Павлодаре открыли новую бизнес-школу. В ней обучают финансовой грамотности и современным профессиям. Проект создан в рамках программы «Бизнес ЕРТЭС». Каким профессиям учат павлодарцев? Ответ на этот вопрос в сюжете. Основатель бизнес-школы «Жарык» Рустам Кабден – сертифицированный трекер «Астана Хаб». Его единомышленники – сотрудники бизнес-инкубатора International Startup Академии. Молодые люди помогают жителям Прииртышья в возрасте от 14 до 29 лет в короткий срок освоить азы современных профессий. На сегодняшний день они набрали две группы по 12 человек и обучают их в режиме офлайн. Для удобства имеется и онлайн-обучение. И у нас есть три направления. То есть, к примеру, если человек пошел на обучение SMM-маркетингу, он получает сертификат, но у нас же особенность курса в том, что мы не просто даем сертификат, а помогаем ему трудоустроиться. То есть это самая главная ценность, которую мы предоставляем. Если же это касается темы стартапа, то мы помогаем ему создать свой первый прототип и выйти на продажу. И третья — финансовая грамотность. То есть, в принципе, это как навык идет, и он общеприменяемый. Курс длится один месяц. Обучение проходит два раза в неделю. Отметим, бизнес-школу открыли в рамках программы «Бизнес ЕРТЭС» при поддержке акимата Павлодара, одного из местных вузов и Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Ренат Абдулкаюмов, Несбек Смагулов, ЕРТЭС Ахпарат.